Станислав Юрьевич наваял сырку. Вот такие у нас получился такой дырявчатый домашний сыр. Он, между прочим, не очень мягкий, достаточно твердый. И еще такой же рассольный, в рассоле со специями. Специи для сыра фета. Очень вкусно. Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня» и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодняшний видеоролик, знаете, такой, как из сказки. Как-то там было. Мимо острова Большого, мимо берега Крутого. В общем, путь наш сегодня лежит в Сталинград, Москву. Или в Стольный, как правильно, не знаю. В общем, едем мы опять в Москву, везем немножечко заказов. Едем мы через город Пущино. Туда один заказик закинем и по прямой на Москву. Из интересного сегодня что? Значит, со мной едет Демьян. Стас и Поля остались дома и учесали с утра на рыбалку. А Демьян едет вместе со мной в Москву. Сейчас он приедет, я вам покажу. Придет, точнее. Я вам покажу. Значит, собрал он свои вещички. И вот от меня кто-то все время что-то хочет. Забрал он свои, собрал вещички и сказал: друзья мои, уважаемые родители, я поехал к бабушке на неделю. И решил, что он неделючку поживет у моей мамы. Вот, ну, мальчик взрослый, хочет у мамы пожить, пусть поживет у бабушки, ничего страшного. Значит, еще, значит, нужно нам, поскольку ему уже исполнилось 14 лет, и мальчик-то он большой, и если в течение 30 дней не заказать паспорт, не заказать изготовление паспорта по достижению 14 лет, то потом будет штраф. Поэтому нам сегодня нужно его подстричь, сфотографировать и сдать документы на получение паспорта. Надеюсь, что я за сегодняшний день все успею, потому что, как всегда, я уже везде опаздываю. Вот. Как-то так. Поехали. Вот, обещала вам показать, когда Демьян придет. Вот он пришел, смотрите. Здрасте. У меня с прической. Все, у тебя нормально, с прической это делают за кадром. Собрал он с собой, знаете что, сейчас я вам покажу. Вещи свои, видите, улиток, телефон. Это моя вещь. О, привет, соседка пришла. Здрасте. Так, Демьян жаждет рассказать историю, почему он так долго. Давай. Я такой, значит, думаю, надо взять 100 рублей. Иду домой, открываю дом, захожу, беру 100 рублей, выхожу, начинаю закрывать дом. Понимаю, что я забыл взять свои вещи. Иду за вещами, открываю опять дом, забираю вещи, выхожу. Потом опять начинаю закрывать дом, понимаю, что мне надо взять еще наушники. Открываю дом, захожу, беру наушники. Потом выхожу опять, закрываю дом, смотрю, я в тапках вышел. Опять открываю дом, иду, обуваю кроссовки. Опять выхожу, закрываю дом, пришел. Вот, а вы говорите: Юля, почему ты всегда везде опаздываешь? Не шуши пакетом на кадре. Поэтому я и опаздываю, как в каком-то этом, в каком-то юмористическом этом разговоре, рассказе, там что-то. Достала кошелочку, закрыла кошелочку, помнишь? Билетик, не помнишь? Про билетик или про денежный билетик. Так, все, друзья мои, меня со всех сторон запиликали, запищали, а я уже очень-очень опаздываю. Все, я поехала. Да, здравствует славный город Пущино. Быстро мы сюда на самом деле доехали. Единственный момент, что, конечно, сегодня очень жарко на улице. Я вот пока человека жду, такую картину интересную наблюдала. Вот на этом балконе, вот там вот, видимо, галчата есть. Потому что сейчас пролетала большая жирная галка, и она так вот вдоль стены летит, летит. И прямо между стеной и вот этой железной обшивкой такая туда, внутрь балкона. Что-то пронесла, они там покричали, покричали, погалдели, она вылезла обратно, улетела. Вот стою теперь как дура, жду. Вдруг она вернется, чтобы поснимать. Ну что-то она не летит обратно. Не дождалась я галку. Не летит она обратно, не хочет своих детей кормить. Вот мамаша. Дура, то есть настаю с камерой, как дурочка, жду. А, нет, у меня больше времени стоять ждать обратно эту галку, поэтому мы едем дальше. Теперь по прямой на Москву. Ехала я по трассе, ехала и просто не смогла не остановиться, чтобы такое показать. Раз в год у нас тут очень много полей засеяны таким растением, как козлятник. Но это бывшие совхозные поля, и его сажали на, как кормовую базу. Поля давно заброшены, но козлятник прям цветет и пахнет. И раз в год у нас просто обалденная красота, я вам сейчас ее обязательно покажу. Вот они, эти поля. Вы посмотрите, какая красота. Он с меня почти ростом. Это, кстати, отличная кормовая база и отличный медонос, между прочим. Красота. Thank you.
Вот прям ура, ура. В общем, все. В Москве я сегодня закончила развозить. И нахожусь я сейчас недалеко от города Долгопрудный. Совсем рядышком, немножко по Дмитровке. Теперь мы едем на Бауманскую к бабушке. Нам надо в парикмахерскую, в фотоателье фотографироваться, стричься, бриться. В общем, не знаю, успеем ли мы вообще сегодня. А то у меня есть такая мысль, что, наверное, придется мне тут остаться с ночевкой, чтобы завтра все дела доделывать. Так. Из интересного. Сниматься вообще никто не хочет сегодня. Мне сегодня почему-то попалось две мамы, которые, конечно, не захотели сниматься. И одна совершенно замечательная девушка Ирина, которая тоже сказала, что она не хочет сниматься, потому что они все стесняются. А вот зря, между прочим, друзья мои, я вам хочу сказать. Обычно мои зрители и мои, так сказать, покупатели, мои клиенты очень приятные люди. Правда, очень приятно, с ними интересно бывает и поговорить, и послушаться, что-нибудь, чтобы они рассказали. Но никто не хочет. Ну, YouTube дело добровольное, я же не могу принудительно, да, бегать с камерой за каждым и требовать съемок. Поэтому сейчас побегу я за камерой, наверное, к бабушке. Она тут у меня всегда посниматься любит. Поехали. Так, друзья мои, рассказываю, как получить паспорт от руку, которому исполнилось 14 лет в Москве. Приезжаешь в любой центр «Мои документы». Там нужно оплатить пошлину 300 рублей, можно сделать это прямо там. Также подать заявление тоже прямо там. Но туда нужно прийти с тремя фотографиями на паспорт размером. Ну, в общем, придете, кто фотографирует, скажете на паспорт. Можно черно-белый, можно цветный, на выбор. Итак, в общем, до бабушки мы еще не доехали, прискакали в ближайший к бабушке в центр «Мои документы», все это там узнали. И теперь прибежали в парикмахерскую, поскольку 6 лет ходить с вот таким ежом на голове в паспорте не очень хочется. Прибежали, надо нам постричься быстренько, а также найти где-нибудь срочное фото. Нам повезло, на самом деле, мы прискакали в парикмахерскую, там было свободное место. В Москве это большая редкость. Также нужно сейчас нам будет сфотографироваться где-нибудь в срочном фото и вернуться в этот центр «Мои документы». На все про все у нас 1.5 часа, время 6:30 вечера. Если мы не успеем, то мне придется оставаться здесь с ночевкой. Чего мне на самом деле, ну я, конечно, очень своих родителей люблю, по ним соскучилась, но не очень хочется, потому что Станислав Юрьевич там недоволен тем, что я могу остаться в Москве, а он с двумя коровами и полей. Я его прекрасно понимаю, поэтому домой хотелось бы вернуться сегодня. Кроме мамы или папы, никто не может прийти с ребенком, получить или сдать документы на паспорт. В общем, пока ситуация такая, пока Демьян стрижется, я вам все рассказала. Надеюсь, что, в общем-то, понятно. Больше там никаких особых премудростей нет. Паспорт будет готов, по-моему, через 10 дней. Это если вы пришли в МФЦ, который к вашему району относится. Мы к другому району пришли, мы не здесь прописаны, но нам нужно получить паспорт около бабушки, чтобы потом его было удобно забирать, а не ехать на другой конец Москвы. Вот. Но приехать можно в абсолютно любой МФЦ и подать документы. Все. Пока Демьяна стригут, поставлю телефончик на зарядку, а то он сядет скоро. Ну что, красавчик теперь? Смотрите, в моей молодости, повернись, в моей молодости вот здесь делали полысее, а вот тоже вот здесь, а вот то, что наверху остается, ставили наверх, и получался ирокез. Года идут, а мода не меняется. Теперь это лежачий ирокез. Да, Дем? Да. Все, побежали мы фотографироваться. А за стрижку Стас взяли 160 рублей. Походу, не буду я больше сама стричься в кашире, буду сюда ездить, намного дешевле. Хорошие. Да, хорошие, все. Страшные были. Так, друзья мои, в общем, мы все успели, мы подстриглись и сфотографировали, смотрите. Да я страшная, они убили. За фотографии мы, блин, отдали 300 рублей больше, чем за стрижку. И даже успели, МФЦ еще работает минут 40, так что мы все успели. Но у меня сейчас садится телефон, прям вообще в ноль осталось там 3%, поэтому внутри МФЦ я снимать не буду. Да, ничего интересного там нет. Ты поснимаешь, а где тоже дарю тебе там телефон. В общем, если получится, поснимаем, если нет, то нет, извините. Что? Сидим, ждем. Не, ну, кстати, между прочим, многие зрители не знают, что такое центр «Мои документы». Не все живут, не то что в России. Не все живут в Москве. Я не знаю. Вот, сидим. Сейчас я вам расскажу маленечко. Ну, поскольку мы сидим вечером, ждем, уже никого нет. Вот там вот на окошке высвечиваются номера. Надо взять талончик у девушки вот здесь вот на ресепшене. Вот здесь. Ой, ну и камера у тебя. Вот здесь вот на ресепшене. Берешь и сидишь, ждешь. Вот нам А84, а у нас талончик А85. Мы его ждем. А потом вот к пустым, ну, к девушке, которая освободится, подходишь. Сегодня уже тут поздно, и почти никого нет. На самом деле все достаточно быстро. Ты доволен центром госуслуг? Конечно.
Он недоволен, что я телефон у него отжала. Потому что у меня села батарейка. Я хочу домой. Домой я тоже хочу домой. На бабушке осталось, буду играть целый день. Вот так вот. Ну вот и все. Полчаса на все про все у нас ушло. Примерно. Теперь, значит, изымают свидетельство о рождении. Ой. Изымают свидетельство о рождении и дают такую вот бумажку. Бумажку. О том, что они приняли у нас документы на изготовление паспорта. Ура, мы все успели, а это значит, что сегодня хоть и поздно, но я все равно буду дома. Но сейчас по-любому к бабушке. Не стыдно тебе, говорю, он же сидит и жалуется, что он бедный, голодный у меня. У меня целая сумка там фруктов, булочек и всего прочего, а он жалуется к бабушке. Я... Так, забыл я вам сказать, что паспорт-то будет готов через 10 календарных дней. То есть примерно через полторы недели. Получать паспорт может, в общем, мое присутствие не нужно, он может делать это самостоятельно. Не обязательно присутствие для этого мамы. Кстати, тетка попалась такая классная, заставила все заявления его заполнять самостоятельно, что меня очень обрадовало. А Демьян бедный, конечно, очень перенервничал и так старался, водил каждой буквы. Перенервничал, а сейчас успокойствие. Само успокойствие. Ну все, теперь точно к бабушке. Не хотел перепишивать. Ну вот так вот, лентяй. Перепишивать, блин. Ну что такое, у меня кнопка не работает на выключение видосиков. Видись. Люди. Я еще тут. Ну, нет. Сама. Еще раз. Не выключается. Бац. Идем, не шумши водой. Вот идем там посуду мыть, видите, молодец какой. Ну, давай, ба. Глаголь нашим зрителям, как ты себя чувствуешь? Что глаголь? Чувствую себя нормально. Вот ко мне правнучек приехал. Вот правнучек. Он. Вот он, мой хороший. Нормально чувствую. Спасибо за поздравление. Или как там вы меня спрашиваете. Спасибо вам большое о заботе. Вот. Вот. Бабушка у нас поедет. Куда ты поедешь? Пусть поеду я на реабилитацию. Долечивание. Поеду. Лечили, не долечили. Некрасовку. В больнице сейчас не лечат, а только подбирают лекарства. А потом в реабилитационный центр отправляю. Ничего себе. Правда, что ли? Да. Да что мне? Я почти 4 дня в реанимации пролежала. И 5 дней в палате. Подбирали мне лекарства. Подобрали. Так. Дема уже унес своих улиток. Видите, бабушка еще забота притаранила улиток своих. К рыбкам. Смотри, вот где. Так, где там сом? Вон он. Вон он большой. Ну, пойдем посмотрим с той стороны. Кто-то у меня там из зрителей просил гупяшек. Сколько, баб? Почем гупяшек продашь? Хозяйство свое. А кто? За так. За что, как за так? Хоть за шоколад. Вот бабушка нифига не бизнесмен. Говорит, так раздать. Я говорю, хоть за шоколадку бы гупяшек раздала. Пойдемте посмотрим теперь мамкин этот. Рассадник мамкин. А рассадника-то и нету. А все знаете почему? А все потому, что помидорки мамкины переехали. Вот, посмотрите сами. Ну вот, жильцы заняли свое постоянное место жительства. Пришли, заняли свою постоянную площадь. Теперь будем наблюдать, как они будут расти. Ну вот, пока вы смотрели про мамины помидорки, я уже ухожу, потому что время на самом деле, по-моему, 10 час, и уже даже на улице темнеет, поздновато. Решила не оставлять, не оставаться с ночевкой, все-таки нужно вернуться домой, потому что с утра одному двух коров всего хозяйства и с маленьким ребенком под мышкой тяжело. И я это понимаю, поэтому бегу домой, пусть ночью, но зато завтра с утра буду дома. Ну все, поехали домой. Ну что, друзья мои, вот такой вот сегодня день. Мне еще предстоит путь домой, 180 верст, и уже на улице начинает темнеть. Что-то мне такая чуйка, у меня такая, что я с МКАДа буду съезжать, и уже будет темно. Ну, поедем потихоньку, поползем, зато утром проснусь в своей кровати. Это лучше. Вот я уже в таком возрасте, когда лучше проснуться в своей кровати с утра. Вот так вот. Поэтому давайте, наверное, попрощаюсь с вами сейчас, а то потом в темноте как-то
не очень. Внизу в описании будет ссылочка на наш вайбер-магазин и магазин ВКонтакте, который называется «Вкусно ем». Там вы сможете заказать всякие наши вкусняшки, которые я вам привезу. Как это сделать, вы увидите вот в этом ролике. А вот здесь чуть-чуть пониже можно будет посмотреть что-нибудь интересное. А если вот сюда пальчиком нажмете, то подпишитесь на наш канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую и всем пока.